часов 6 мы спали, услышал очень громкий взрыв. Секунды через 2 еще раз бахнуло. И началось все сыпаться. Окна повылетали, я вышел на улицу, ничего не видно было, все в дыму. Взял фонарик, начал на улице ходить, осматривать все. Может, кому-то помощь надо. Угу. Ребенка, жену, в самую безопасную комнату перед этим поставил. И тут нет слов, как бы. Ну, тут рядом ничего нету. Ну, как бы в округе только школы, которая одна школа настоящая, мой ребенок не уходит, тут дома больше ничего нет. Я не знаю, куда они целились, как бы, что они имели в виду, что хотели. Скло посипалось, тоді я вже чула. Нас з мамою знесло з ліжка, ми впали з ліжка, і осколками засипало. В коридорі шафа впала, підняли її, ну, вийшла на двір, мама одразу до машини, машини майже нема. Їм це все повернеться, я впевнена, 100% бумерангом.